стою здесь. Хорошо. Там. Дай нам хорошо. Знак. Ты только среагируй, пожалуйста. Я сдохну, скорее всего. Как часы. Дай нам знак. Наш план ой, просто в сраку. Сука, мы из жопы вылезет план наш. Мне почему-то кажется, что умру я. Рекрут хоть и ближе. А мне почему-то кажется, что он зайдет прямо ко мне, когда он видит меня. Меня ревенанты почему-то любят. Заебал он это трогать. Они всех вот. Любят. Такой, ревенант. Ой, я вспомнил. Не надо. Я вспомнил Гомера Симпсона, который такой, типа, я люблю пюре. А это, короче, я люблю людей, ревенант такой довольный. Ты стал мне вырубать свет, пробки. Ты, он врубил эти пробки, а потом вырубил, видел? Да это из Джека приезжали просто. Ты же понимаешь, что, скорее всего, мы его сейчас распинаем? Ну да, вообще-то. Страшно. Ого. Блин, ни на ком так не страшно, как на Ревенанте. Ни на ком, да, ни на легком, ни на сложном, вот на Ревенанте. Даже джин такой, фу, страшно, просто на легком, джин. Не на сложном, а вот на Ревенанте. Вот, да, да, это, короче, экстремальная сложность. Это сложность, в которой только Ревенанты будут. Несколько призраков, да, и все Ревенанты. А прикинь, реально, чувак, там на 1 апреля, например, сделает все призраки по одному экземпляру, ходят по большой локации, по школе, допустим. Прикинь. Блин, класс! То есть да. В каждом классе может быть по призраку, во время охоты они все выходят просто. Офигеть! То есть, прикинь, ты идешь по коридору, открываются слева двери, справа двери, и отовсюду медленно так выходят туши. Идешь по этому коридору, видишь, как они выходят, такой, медленно. Блядь, не, ну если серьезно, я бы сыграл это... Так это прикинь, это страшно. Ты прикинь, ты идешь по коридору, слева дверь, да. Все двери открываются, справа двери, все открываются. Из каждой двери выходит какая-то ебака, вот такие вот бледные, короче, медленно выходят. Ебака. Смотрят на тебя, это знаешь, вот в духе трейлера Silent Hills, если видел концепт-трейлер. Опять врубил. Он ждет, пока мы подойдем к его комнате, тогда он начнет охоту. Он... Во, видишь? Я подошел, он говорит, опа. Давай. Ой. Я его не вижу. Я тоже. Слышу. Эй, призрак. Есть фото. Это за что? Почему? Я! Сфоткай Макса. Да он не засчитает, наверное, блин, уже. Где, где? Оно не засчитало фотку трупа, блин, вот. Пошли. Ну почему, Макс? Тебе надо было позвать его. На меня зашел. А ты что, он такой зашел и на меня идет. Я закрыла дверь, он сквозь дверь прошел. Оно клацнуло, ну дверь реально клацнула. Блин, а я слышу, как он идет к вам, я его зову призрак, призрак. Ну план-то сработал. Сука, он пошел к нам, потом такой повернулся ко мне. Я начала убегать, и он переключился на Максвона. Почему? Блять, Максвон. Он же на меня прям смотрел. Макс до последнего говорил, что вот ему будет торба. Мне так понравились его последние слова. Почему? Почему я?